Так, значит, первое упражнение — это обычные восьмые плюс свинговая пульсация. Второе упражнение — это третья секстоль. Или можно это разбить на две триоли. В первой триоле играем на третью, вторую пропускаем. Так, да, и надо будет играть вариацию с бочкой, прямой бочкой. Дальше третье упражнение играем на шестую секстоль. То же самое бочкой. И так же, как и в предыдущем, играем вариацию. Прямая бочка, и на рабочем играем шестую секстоль. То есть вот так. Четвертый, значит, пример. Уже играем непрерывно и третью, и шестую, значит, секстоль. Рабочая бочка. Теперь вариация, где бочка прямая.